Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9. Урок 5. На скамейку сели малыши. Дюймовочка занимает 1 сантиметр, Незнайка 6 сантиметров, а доктор Пилюлькин 8 сантиметров. Уместятся ли они все, если длина скамейки 2 дециметра? 1 прибавить 6 и прибавить 8. Столько сантиметров занимают малыши, сев на скамейку. 1 – дюймовочка, 6 – незнайка, 8 – доктор Пилюлькин. К одному прибавить 6 – получится 7. Столько сантиметров занимает дюймовочка и незнайка. К 7 прибавляем 8 и получаем 15. 15 сантиметров занимают все малыши вместе. Так как длина скамейки 2 дециметра, то это значит, что ее длина 20 сантиметров. Так как в одном дециметре 10 сантиметров, то в двух дециметрах будет 20 сантиметров, а малыши занимают 15. 20 сантиметров больше, чем 15, значит, места хватит всем. Ответ – да, уместятся все малыши. Возникли вопросы? Оставьте комментарии.